Сегодня у нас рубрика «Правда или действие». У нас два мешочка. В одном – действие, во втором – правда. Ну, правда или действие? Пусть будет правда. Что бы ты делала, если бы ты стала парнем на один день? Ну, почему мне достался этот вопрос? Чего я не могу сделать, если бы я была девушкой? Ну, не знаю, там... Дал бы твоей лучшей подруге. Подержаться? Ну, да. Поддержаться. Поддержать себя в трудной ситуации. Это мы все поняли. Правда или действие? Правда. Три слова, которые ты использовала до конца вечеринки, если... Если другие нельзя. А, если слова, которые бы ты использовала до конца вечеринки, если другие нельзя. Налей. Веселей. Менты. Продлевай. Так, правда или действие? Я выбираю... Ну, давайте тоже правду. Ну. Расскажи, когда тебе за себя было стыдно. Ну, отлично. Скажи, каждый божий день. Каждый божий день. Ой, что-то вот это вот мне уже страшненько становится. Вопрос из телефона. Прекрасно. Отлично, тебе повезло. Вот, можно ли зажечь спичку под водой? Вот себе такой вопрос. Я считаю, что можно, если налить в стакан воды и зажечь спичку под стаканом. Блин, откуда такая? Не знаю, это просто сейчас придумала. И ничего. Ответ. Можно, если воду налить в какую-то емкость, например, в стакан, а спичку держать ниже стакана. У-ху, я ты не знала ответ? Не знала. Ты скажи честно. Клянусь, не знала. Это ты такая умная, а ты что, такая умная? У тебя что, такая логика, что ты? Молодец. Вообще так не скажешь. А вы что, не знали, что в вашей команде есть умный человек? Вы думаете, я песни пишу просто так? Ну, давай, действие. Ой, сейчас будет смешно, ой, сейчас как угорать почему? Будем. Почему? Ненавижу это слово. А станцевать твёрд, как умеешь. Мама. Мама. Засчитано. Дальше. Правда? Что, действие, действие, да? Действие, давай действие. А где у нас действие? Вот здесь, в золотом. Вопрос из телефона. Так, хорошо. Господи. О, хороший вопрос. У семерых братьев по сестре сколько всего? Одна. Правда или действие? Пусть будет правда. Ты слушаешь музыку? Офигеть, кто придумал такой вопрос? Я. Можно я объясню? Нет. Просто, вот, например, нет, ты недостойна объяснять этот тупой вопрос. Мой ответ таков. Я слушаю музыку. Никому только об этом не говорите. А я еще выбирала, думаю, главное не тупые вопросы, чтобы были. Ты слушаешь музыку. Так. Твой лайфхак, как сохранить молодость и выглядеть по утрам свежо. Давай. Спать в огурцах. Глазки подними на меня. Заниматься спортом, ну и вести там здоровый образ жизни по возможности. Какого цвета лифчик? А на мне нет лифчика. И трусов. Так, ладно. Правда или действие? Действие. Действие. Выскочила из руки прям. Подражай, изображай человека слева. Пока не дойдет очередь до меня снова. То есть ты меня изображаешь. То есть ты меня изображаешь. Ладно, Лен. Ладно. Давай, действие. Действие. Можно ты чего? Можно ты чего? Такая красивая. Такая красивая. 10 оборотов вокруг себя и поза ласточки. Валяй. Так, а поза ласточки это что? Это вот это, да? Действие что-то? Ну, давай правда, раз действие уже было. Хотела бы ты что-нибудь отрезать или пришить? Как относишься к пластике? Если честно отвечать, я бы, наверное, сделала только носик. Чуть-чуть. Вот его чуть сузила. Малепусенький! А так я люблю себя такой, какая я есть. Так тоже чудес. Еще бы я сделала левой стороной правую, чтобы у меня были две рабочие стороны. До конца игры называй всех моя прелесть и моя госпожа. Госпожа, Хюрем Султан. Моя прелесть и моя госпожа. До конца игры, то есть вообще до конца всего. Моя госпожа, правда или действие? Действие. Действие. Моя прелесть, а где здесь действие? Моя прелесть. Пожалуйста, моя госпожа. Спасибо. Моя госпожа, вам не дует? Позвонить маме, спросить, где купить красную воду для борща. Так, внимание. Алло.
Мамуль, привет. Привет. Слушай, я знаешь, что хотела спросить? А где купить красную воду для борща? Чего? Ну, это опять прикол, я поняла. Мам, догадалась. Догадалась. Ладно, мамуль, давай, все, целую тебя, пока. Обломала Каю. Итак, действие правда. Правда? Расскажите смешную историю со съемок. Могу рассказать смешную историю с выступления одного. Когда мы выступали в Чебоксарах, я упала со сцены. Была история... Соня, оборачивайся. Да, нет, смешно. Соня. Это она там внизу история. Уже собирает кость. Нет, самое главное, что с ней было все в порядке. Мы оборачиваемся, ее нет, а потом она просто прибегает в какой-то момент за кулисы и просто говорит: ой, я упала со сцены. Да. Все в порядке. Вообще. А, правда или действие? Я? Действие. Ой. В течение 2 раундов бить себя по голове и говорить: у меня маленькие сиськи. Ну это же правда. Что есть, то есть. Ну хорошо. Погнали. Так. У меня маленькие сиськи. Классно. Классно, моя госпожа. У вас маленькие сиськи. У меня маленькие сиськи. Правда или действие? Действие? У меня маленькие сиськи. Блин. Ладно, действие. Да, моя госпожа. Сидеть с водой во рту 2 раунда. У меня маленькие сиськи. Сидеть с водой во рту, моя госпожа, моя прелесть. Притворись. А, знаменитости пока не узнают. Давай. Билан! Блин, ну чего вы так угадали? Нет, а хочешь я? У меня маленькие сиськи, конечно. Но я все равно притворюсь. Смотри. Короче, вот эта татуировка означает, да, дьявол. Вот эта татуировка. ЛДЖ? Угадай. Один угадай, что она сказала. Объясни мне, можешь вот так? Нет, нет, послушай. Я знаю, что она... А ты продолжай показывать. У меня еще, короче, опять... Моргенштерн. Проехали. Все, 2 раунда прошло. Давай. Правда действие? Давай, правда. Хотела бы ты иметь раба? Кто бы это был из этой комнаты? Конечно, хотела иметь раба. Я хотела бы иметь раба, чтобы он мне гладил... Чего на меня смотрите? Обе причем. Потому что мы оба хотели бы иметь в качестве раба тебя. Поэтому оба. Обои. Я бы хотела иметь раба для глажения пяточек. С детства, кстати. Хотя сейчас ты моя госпожа. Да, кстати, ты забываешься. Забываешься. А я твоя прелесть вообще. А это твоя прелесть. Зачем ругаешься? Так, правда или действие, госпожа? Действие давай будет опять пусть. Признаться в любви, используя слова пылесос, Черчилль, беременный мандарин. Я так сильно тебя люблю, больше, чем пылесос. Я хочу быть от тебя беременна. Билан! А Черчилль? А бог с ним, с этим Черчиллем. Я тебя выбираю. Билан! Браво, браво! Но... Правда или действие? Правда. А, не улыбаться в течение 2 раундов. Как раз депрессия, да? Позвонить по видео и поковыряться в носу на камеру. Привет! Ого! Как дела? Хорошо. Чё ты, как там? Чё, как дела у тебя? Чем ты так делаешь? Что именно? Ковыряешь нос. Вот видите, это доказывает, кстати, что... Да мы просто играем правду или действие, на самом деле, и... Машка, привет. Мы снимаем видео! Ты в прямом эфире! И у меня есть возможность немножко поковыряться в носу. Ладно, давай, пока. Пока.